Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем наши воспоминательные разговоры. И в данном случае, значит, антураж будет такой, что Светлана готовит. Она действительно готовит. А мы будем с ней так по ходу дела беседовать. Светочка, спрашивают зрители наши, как пропаганда, которая вот на нас, наверное, влияла как-то. Что вообще мы знали про Америку? Как вообще вот мы жили вот в этом мире вот с точки зрения информации? Как это происходило все? Ты знаешь что, я вообще человек очень далекий от вот именно как бы собирания информации и что-то такое. Я больше жила вот в тех обстоятельствах, которые меня не устраивали. И достаточно меня не устраивали, знаешь, меня как-то жизнь все время била за эти обстоятельства по башке. И когда родители обсуждали дома, и их тоже било, да, вот по нашему там происхождению, да, и так далее. Но для них была отговорка. Эта отговорка, собственно, была для любого советского человека. Да. Отговорка стояла в том, говорили, так все живут. Да, и когда мне это говорили, вот эту фразу «так все живут», меня персонально это задевало очень, потому что я не понимала в своей голове, почему я должна жить так же, как все. Вот для некоторых это совершенно нормальное обстоятельство жить, как все. Да? Даже наоборот вроде. Да. Да. А я совершенно не могла понять, почему я должна жить, как все. И меня это убивало совершенно. То есть для меня это был вовсе не аргумент жить, как все. Я не хочу жить, как все. Да? А когда мы уже подросли немножко, у родителей появился другой аргумент. А что соседи скажут? Это меня тоже убивало не меньше. У моих, мама никогда так не говорила, но папа, например, постоянно. Вот это вот, что соседи скажут. Что соседи скажут. Да. Ты понимаешь, какая-то странная жизнь получается. Ты живешь какой-то жизнью, как все, независимо от того, твоя это жизнь или не твоя. То есть ты родился, ты же не выбираешь страну, где тебе родиться. Да. Родился. И дальше ты должен быть как все. Да, я всегда была другая, я всегда чувствовала, что я другая, всегда чувствовала, что я не такая, как все. Так. Поэтому жить как все меня не устраивало. Хорошо, с точки зрения... А с точки зрения соседей скажут, это тоже было чудовищно, потому что помню дело до каких-то соседей, да? В доме, конечно, у нас проходили всякие разговоры, и папа тоже как-то на уровне больше мечтаний, наверное, потому что не было никаких реальных возможностей никуда уехать, говорил, плюнуть бы на все и уехать там куда-то, да? Первый отъезд наших родственников состоялся году в 68-м. О, это на довольно ранней стадии. Да, мне было лет 8 или 9, наверное. Да. Это была моя троюродная сестра, и они уехали в Израиль, и, к сожалению, настолько было мало связи, что они так и потерялись. Мы до сих пор не знаем, где они, что с ними произошло. То есть родители не пытались их найти потом? Пытались найти, никаких писем не было. Там получилось, что они развелись родители, в общем, куда-то они сгинули. А почта ходила так, что эти все письма изымались. И, это общем, правда, да. Пропали люди. Пропали люди. Ну, я пыталась тоже. Но сам факт того, что кто-то уехал, он будоражил сознание. Он будоражил сознание, потому что это были самые первые, это были единичные способы отъезда. Там они, собственно, уехали, моя троюродная сестра вышла замуж, и семья ее мужа уезжала. То есть вот там все было так непросто. Это не с нашей стороны был отъезд. Но, конечно, вот мысль о том, наверное, мысль не быть как все, она будоражила не только меня. Просто все боялись об этом вслух сказать. Да. Но мой папа тоже говорил, плюнуть бы на все. Но боялись, потому что была вот некоторая вот эта система как все. Нет, когда система запугивала. Система запугивала. Было страшно, а вдруг тебя не отпустят, да? Ты останешься без работы, останешься без денег. Жили от зарплаты до зарплаты, никаких денег лишних не было. То есть было страшно, не говоря уже о том, что мои родители, вот мама написала сейчас мемуары, да, что они жили в условиях, когда они не могли поменять работу. То есть вот та работа, которая у них была, они должны были радоваться тому, что есть, потому что работы не было. И не то, что мог перейти с одного места работы на другое, это при том, что у меня мама была такая золотая медалистка и такая отличница, и с красным дипломом, и совсем, и всю жизнь проработала в проектной организации, там, ведущим инженером, да? Была как все, да, возможностей других не было. Мало того, они, которые пережили 37-й, 38-й и так далее годы, запуганы были до смерти, да, когда на их глазах исчезали люди, исчезали дети, подростки, друзья. Это все поколение такое, мои родители тоже самое. Это все поколение, а запуганы как, страшно-то как да. было. И они понимали, что за все в этой жизни нужно платить. То есть, если ты хоть захочешь быть не таким, как все, то ты можешь просто на следующий день исчезнуть.
И настолько эта запуганность была у них, сидела глубоко. Наверное, мы уже выросли, может быть, чуть-чуть менее запуганные, а сегодня выросло вообще не пуганное. Света, рядом с ними мы были бесстрашными. Мы были бесстрашными, но да. Сегодня, да, поскольку народ пугает, может быть, меньше, сегодня вырастает еще более бесстрашная молодежь. На демонстрации ходит. Которая ходит на демонстрации. Да, у нас были какие-то шоу-стопперы, то есть мы не ходили, например, пойти в синагогу, это значило потом иметь объяснение в комитете комсомола или там в райкоме комсомола и так далее. Это было страшно, за это могли отчислить из института, за это могли, были случаи такие, да, исключить из комсомола и все такое прочее. Хотя само участие в этом комсомоле, это было, в общем-то, без этого нельзя было поступить в институт, например. Считалось да? так. Ты знаешь, что в самом институте уже было какое-то количество некомсомольцев, очень маленькая много, горстка, да. И их все время там пытались вовлечь в этот комсомол. То есть, на самом деле, я думаю, что это не было фактором для зачисления в институт, но считалось, что без этого да, в институт не примут. Не примут. И даже вот говорили, он карьерист, он не в 14 лет в комсомол вступил, а уже в 10 классе да. специально, чтобы поступить в институт, карьерист. Да, да. да. Ну, в общем, жизнь-то сложная была. Мы жили в тех обстоятельствах, которые были ну. нам предоставлены, да, то есть мы не выбирали эти обстоятельства, мы просто в них жили да. и приспосабливались как могли к этим обстоятельствам. Что мы знали про Соединенные Штаты, Света? Я ничего не знала про Соединенные Штаты. Я знала, что это что-то другое. И мне, поскольку мне хотелось уехать оттуда, да, но почему-то в Израиль меня не тянуло. Вот как-то вот внутри меня не Нет, тянуло. Ну я помню разговор о том, что ты жаркого климата не выдержишь, у тебя... Я, может быть, когда старше стала формулировать, то, что я же говорю вообще, когда я маленьким ребенком да. был. То есть у нас в семье были эти разговоры всякие. А родители не хотели в Израиль? Или как? Ты знаешь что? Вот они хотели уехать. И на тот момент не было альтернативы американской вообще никакой. Да. Поэтому... То есть они хотели уехать? Они хотели куда-то уехать. Чего же они не уехали? А у них не было возможности. Света, в 70-е, когда там пол Киева уехали, как же? Нет, дело в том, что все равно не было возможности. У тебя должны были быть какие-то родственники, которые пришлют тебе как минимум приглашение. И дальше начинается бодяга, в результате которой ты не знаешь, тебе дадут разрешение на выезд или нет. Это правда. Но лишишься ты работы точно. Многим отказывали. Многим да. отказывали. Значит, мои родители не были готовы. Я не хочу сказать, что они занимали какие-то крупные должности. Нет. У меня папа работал преподавателем в техникуме, да, специальных дисциплин. А мама работала инженером. Но лишиться даже этой работы и пойти там на работу уборщицей, они морально... к этому не были готовы. Да? Надо сказать, что те люди, которые выпадали из системы в силу того, что им отказывали в выезде да, и так далее, это было страшно. Они в основном работали где-нибудь там истопниками, где-нибудь в ЖЭКе. Да, вот на этом они были... вот где-нибудь в ЖЭКе, дворником, да, там что-то такое они делали, да. Вот, и это самое, к такому существованию мои родители готовы не были. Я думаю, что это единственное, что их останавливало. Mm-hmm. Примечательно, что когда мой папа все-таки решил уехать, после того, как сестра уехала, mm-hmm. да, он уже был на пенсии, ему уже было 75 лет. И он сказал, эх, говорит, наконец-то я могу без оглядки на кого бы то ни было взять и уехать. Говорит, не все ли равно, где мне помирать, сказал он. Вот, и они уехали вот так вот очень скоропалительно. Все-таки ему не было 75 лет. Ну, они уехали в 88-м, 89-м. Да, он у тебя 18-го года, ему было 70 лет. Да. Ну, 70 лет. Но, во всяком случае, он уже был на пенсии, ему уже не нужно было ни на кого оглядываться, он уже просто все бросил и уехал. Да? Вот, поэтому... А в молодые годы, когда все-таки была семья, когда должна была быть зарплата какая-то, когда люди должны были существовать на какие-то деньги, все было не так просто, эти решения не давались легко. Но, тем не менее, я выросла, может быть, где-то это было на подсознательном уровне, то есть вот желание родителей все-таки уехать, да, оно, наверное, на меня, как на ребенка, оказывало какое-то влияние, потому что это разговоры, которые происходили в семье все-таки, да, я, может быть, не так точно себе отдавала отчет, но когда я уже подросла, как-то вот в Израиль меня не манил. Хорошо. То есть был вариант, но не казался привлекательным. Да. Сестра моя, они же ехали по израильским визам. И они в Вене уже получали это самое вот перенаправление. Да, Вена, Италия. То есть они приехали вот таким традиционным путем. И когда вдруг появилась возможность уехать не в Израиль, а в Америку, это было очень круто. То есть напрямую вот так? Да. И даже не было... Слушай, пройти интервью в Москве, так удобно. Нет, но мы ничего не знали. Вот говорят, что мы знали? Мы ничего не знали об этом. Единственное, сестра писала, что вы тут не пропадете. Вот это вот вы тут не пропадете, да? Оно вот такой вот красной тряпкой висело в мозгу, и мы поехали не пропадать. Ну, на самом деле мы читали какое-то количество писем от людей, которые уже были в Америке, они там как-то устраивались, это были родственники там знакомых и так далее. И они описывали там, кто кем работает, что он делает на работе,
То есть мы понимали... Как они устраивались, наверное. У всех были свои... Предполагалось так. Да. Тоже вот, не друзья, вот так же, как вы сейчас ходите и слушаете блогеров, и они вам рассказывают, как люди в Америке живут, вот в то время вместо этого были письма, которые люди читали, только для этого нужно было физически куда-то прийти и эти письма почитать. Там нельзя было задать вопросов, вот так, знаете... Нет, интерактивности дело в том, не было. Например, здесь маслом помазано не было. И когда писали письма, да? Медом не было помазано. С медом с маслом, да. С хлебом. Так. Помазано не было. И люди, когда писали письма, они говорили, что каждый приезжающий иммигрант должен съесть свой... Свое ведро дерьма там, да. Ведро дерьма, да. То есть к этому нужно было быть готовым. Здесь не помазано так вот, чтобы все было вот так вот. И складывалась жизнь у всех по-разному. У некоторых тяжело, у некоторых немножко полегче. Кому-то была везуха, да, кого-то кто-то привел на первую работу, кто-то получил H1B. То есть, но да, мы знали, например, что вот когда ты приезжаешь со статусом беженца, то там есть какие-то пособия, то есть тебе там дают денег достаточно там на жизнь, стороны, на еду. Это мы знали, это что мы... есть поддержка. Нет, снизу. Да. Про поддержку мы знали, но в то же время мы понимали, что... Это же поддержка просто временная, да, то есть вот точно так же, как мои родители не были готовы там идти убирать квартиры без работы, это поддержка временная, и мы были готовы на эту поддержку, ну да, надо с чего-то начинать, ты приехал в чужую страну, тебе нужно с чего-то начинать. Но в принципе ведь задача же не состояла в том, чтобы жить на этой поддержке. Конечно. А задача конечно. Состояла в том, чтобы работать на нормальной Света, работе. Важно, но важно знать, что тебе пропасть не дадут. Да, безусловно. Ну, то есть вот то, что пропасть не дадут, это было 100%. Но дальше начинался тяжелый период врастания. Да? Постой, постой. Давай мы вернемся к изначальной теме. Вот изначальная тема все-таки была пропаганда, и как пропаганда влияла на наше сознание. Ты знаешь, на мое сознание пропаганда никак не влияла, потому что я никогда в жизни не слушала новостей, вообще даже живя еще в России. Меня это как-то мало занимало очень. Вот. А тебя тогда еще не было, кто бы мне пересказывал последние новости. Так. Вот. Поэтому я новости вообще никогда не слушала. Но как-то так вот, то ли от того, что родители... Ну, когда мы вместе уже были... Когда вместе мы были, я была удивлена, насколько ты был девственен в своем воспринятии того, что происходит в мире. Я просто слушала тебя и думала, боже, ну бывает же такое, что человек настолько верит тому, что ему говорят вот с экрана телевизора. Я была просто в шоке, когда мы с тобой встретились, и ты сказал, ну смотри, явно же мы стали лучше жить из коммунальных квартир, переехали в один. Ну, Светик, это правда, жизнь менялась, и менялась, в общем-то, в лучшую сторону. Это было Миша, как о бы... Миша, ты говоришь, ты стал прозревать, ну. Стал прозревать тогда, когда тебя не пустили на практику в Германию, тогда, когда тебе не дали ленинскую стипендию. Конечно, ты из барака переехал в отдельную хрущевскую квартиру 30 квадратных метров. Вот уж действительно подачка. Но какие-то принципиальные вопросы, которые задевали самолюбие и вообще задевали... Стоп, стоп. Речь не шла о том, что мы жили в идеальном обществе, но речь шла о том, что жизнь все-таки улучшалась. И как бы отрицать это надо было умудриться. Ну, дело не в отрицании. Я ничего не отрицала и ничего. Но мне просто казалось странным, что ты это воспринимаешь другим образом, чем я. То есть я не был таким негативно настроенным. Да. Ну, вот когда по башке уже ударило нас лично, да, то тогда немножечко поменялись какие-то вот ощущения, поменялось некоторое понимание, я думаю. И это был долгий процесс. Вот нас часто люди спрашивают, как уговорить жену уехать, она уезжать не хочет. Но дело в том, что так трудно человека уговорить, если нет никаких... Ударов по голове. Да, ударов по голове, у человека более-менее все нормально, и о чем он будет куда-то уезжать и что-то такое делать. Да? Да. Вот. А уже когда тебя петух жареный клюнул, вот лично тебя, лично в твою задницу, вот тогда ты начинаешь задумываться. Да, такая ты вот. Знаешь, как в Америке говорят, что когда сосед потерял работу, это рецессия, а когда ты потерял работу, это депрессия. Да. Да, да. Поэтому... Вот, так я почему-то как-то, ну так, наверное, это исторически, наверное, да. Это идет от родителей тоже, которые обсуждали эти вопросы, но никогда, ну, вот по молодости лет не могли себе позволить, да. Вот то, что называется кухонные разговоры, когда на кухнях они критиковали систему. Но я помню, мы жили в Киеве в коммунальной квартире, у нас были еще две соседки, бабки. Ну, и, конечно, по молодости лет меня это грузило. Знаете, эти соседки, они все время, они были на пенсии уже, они устраивали избу читальню на кухне. Мне как-то было некомфортно. Они там читали газеты, которые я с родом читала. «Комсомольскую правду» читали. Так. Вот. И, конечно, когда папа говорил, говорит, плюнуть бы на все уехать, да, меня это очень воодушевляло. Вот, вот без относительно того, куда уехать, вот просто изменить вот эту вот жизнь
и уехать. И не то, что мне было бы уж там так плохо. Ну, была коммунальная квартира, у меня была своя комната. Там. Это было не от того, что вот мне было безумно плохо в тот момент. Подожди, да? То есть это не было связано с материальным достатком? Это было связано, нет, это было связано с тем, что жить как все. Вот для меня это было, я не хотела жить как все. В Америке ты не живешь как все? Нет, я в Америке живу своей жизнью. И я точно знаю, какая моя жизнь, я точно знаю, чего я хочу. Я могу себе позволить жить не как... А в Америке никто не живет как все. А ты знала? А в Америке нету такого жить как все, в принципе. Или что соседи скажут. Или что соседи скажут. Здесь этого просто нету. Ты не можешь жить как все, потому что все живут по-разному. Ну да. Понимаешь? А там все жили одинаково. Вообще там была такая мулька, что вот нельзя выделяться ни в лучшую, ни в худшую сторону, да, потому что и то, и другое чревато. Да. Там в худшую сторону, значит, тебя долбают, в лучшую сторону тебя могут в какой-то момент, значит, там выкинуть из этого состояния, то есть там позавидовать, да, или там как как-то. Все. Вот быть такой серой массой, да, да. Но на самом деле у этого есть, конечно, глубокие корни, потому что... Выживание. Выживание, конечно, потому что период репрессий, да, как только ты выделялся, это был повод для того, чтобы этим тобой заняться, да. Заняться. То есть, как все, легче выжить. Как все, легче выжить, поэтому нельзя было выделяться. Ну вот так вот, а хотелось жить по-своему, а не по тому, как вот все живут.